Аппаратом Дальневосточной транспортной прокуратуры в торжественной обстановке подведены итоги конкурса «Прокурор глазами ребенка» в честь празднования 300-летия Российской прокуратуры. Сегодня мы пригласили средних классов девочек, поэтому хотелось бы их послушать, узнать, как они представляют своими глазами органы прокуратуры. Подготовили, соответственно, тематику. Это глазами ребенка органы прокуратуры. У нас транспортная прокуратура, поэтому можем на рисунке здесь увидеть корабли. Для нас очень приятно, что дети откликнулись, преподаватели помогли. Я думаю, что в подготовке рисунков они использовали интернет, картинки различные, также помощь родителей. Выбрали две категории, это учащиеся начальных классов, первый, второй класс, и средних классов, седьмой класс. Выбраны победители в двух возрастных категориях среди школьников младших и средних классов школы номер 9 с углубленным изучением китайского языка. Анастасия, где ваш рисунок? Вот. Подскажите, пожалуйста, вам кто-то помогал рисовать, или это ваша идея была, вы сами нарисовали? Ну, творческий порыв такой, да. Странный. Тут изображен сотрудник прокуратуры, да. В руках держит весы правосудия. Прокуратура защищает наши права. Хотела показать, что в прокуратуре каждый день работают люди. Не просто так, а чтобы на благо людей. Они это делают, защищая людей, борются с коррупцией, защищают наши права. Эти люди достойны уважения. Начальник отдела транспортной прокуратуры Федор Степурин поблагодарил ребят за участие, пожелал дальнейших успехов в учебе и творчестве. Победителям вручены памятные подарки и грамоты. Анна Дьякова, Илья Тишкин, новости на восьмом. Спасибо вам за участие.